Здравствуйте. Сегодня я плету еще один браслетик. Называется он «Рыбий хвост в оболочке». Красивый браслетик. И его делать, я вам скажу, очень даже просто. Даже для таких, как я, а уже кто более-менее такой опытный, так это вообще делать просто. Он такой простенький. Вы видите, какой хороший, добротненький браслетик. Я вам сейчас покажу. Ну, видите, он так, надо закрутить его по спиральке, а можно не за, я бы его даже не закручивала, вот так вот пусть он был, в общем так. Для начала я сплету браслетик рыбий хвост. Как его плести, я сейчас напомню. Значит, вначале надеваю беленькую резиночку восьмерочкой на рогаточку, затем сверху одну желтенькую, вторую желтенькую резиночку. Я уже сплела, это просто я напоминаю, как это я делаю. Теперь нижнюю беленькую я сбрасываю. Как только я сбросила, я сразу опять беру, накладываю беленькую резиночку. И сбрасываю последнюю. Немножко проплету. Напомню, как я делаю. Всего в работе 3 резиночки, и каждый раз я подхватываю нижнюю резиночку и сбрасываю ее. И там в результате вот получается такой хвостик, рыбий хвостик. Ну, естественно, я уже связала его. Когда я связала вот такой до такого состояния, да, значит, я потом, вот у меня 2 остается резиночки, я сброшу тоже опять. Сбрасываю нижнюю и оставляю на этих столбиках только по одной резиночке. На этом браслетике я брала розовую такую резиночку, да? А здесь я хочу сделать просто, мне даже вот интересно, у меня такая как-то серебристая, интересная резиночка. Я хочу эту оболочку, или, как я говорю, панцирь, сделать именно вот такой блестящий, серебристый. Значит, сверху я накладываю 2 резиночки. И буду вязать так, как я вяжу рыбий хвост. Но для того, чтобы у меня получился он как в панцире, как в оболочке, то эти резиночки, я вначале вот так вот нанизываю на вот этот хвостик. Можно довольно много их так. Я для начала покажу. Несколько, так, несколько резиночек. Вот они на этом хвостике у меня висят. И делаю то, что я только что показала. Значит, по этому хвостику накладываю эти резиночки на рогаточку, одну и вторую. А в серединке будет у меня этот хвостик. Теперь сбрасываю нижнюю желтенькую. Как только я сбросила нижнюю желтенькую, я опять надеваю эту такую серебристую резиночку. И хвостик между резиночками. И точно как я плела сам рыбий хвост, точно так же я буду дальше плести эту оболочку. Вот. Ну и хвостик, естественно, у меня в середине. Опять я сбрасываю. Опять я, видите, вот аккуратненько так подвигаю. Набрасываю эту резиночку. 1, 2, 3. Нижнюю сбрасываю. Еще есть резинки, пока я не буду набирать. Опять продвигаю. Укутываю оболочкой данный хвостик такой симпатичный. Посмотрим, что у меня получится. Я-то еще резиночку не пробовала. Хочется, чтобы получилось хорошо. Так, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Так, здесь уже нет резиночек. Значит, опять добавляю. Набрасываю вот эти все резиночки на этот хвостик. С этого конца. Набросила. Перекладываю на рогаточку. Хочу показать, как красиво получается. Я даже сама не ожидала. Именно вот с этой ниточкой, с этой резиночкой. Она такая, как, ну, просто как серебро. Получится красивый браслетик. Оболочка будет то, что надо. Меня спросили, чем заняться в дороге. В длинной дороге, так поняла. Ну, чем спать обычно, что делать? Спят, читают, разговаривают с кем-то, беседуют, если есть хороший собеседник, а если его нет. А я вам, знаете, что еще предлагаю? Возьмите с собой резиночки, такой маленький станочек, и плетите браслетики. Оно так увлекает, и дорога станет незаметной, короткой. А вы что-то приятненькое себе сделаете. Так, и так у меня уже работа близится к концу. Еще можно пару резиночек. Да, и так, две резиночки уже не буду сбрасывать. Их сюда в плиту. Так. И вот эти резиночки на самом рыбьем хвосте я надену сверху. Еще раз показываю вот эту серединку, которую я оплетала. Эту концовочку с одной стороны так и с другой стороны. Так, будем закреплять сейчас. Сбрасывать. Значит. Так вот. С одной, с другой. Все, эти резиночки аккуратненько я снимаю. Они все внутри там. Браслетик внутри. Посмотрите, какая красота. Я даже не ожидала. Посмотрите, какой красивый. Я сейчас смету это все, чтобы вы посмотрели. Он просто как действительно. Ну, классно смотрится. Как будто бы бисер. Так. Закончим. Сюда наденем что? Крючочек. Наденем крючочек. С этой стороны захватим резиночки и тоже наденем крючочек. А браслет какой большущий получился. Даже надо, ого, хороший длинный браслет. И теперь я буду закручивать. Ну, в принципе, даже можно и не закручивать, он и так красивый. Очень хороший браслет. Я довольна работой, вы знаете, даже не ожидала. Вот эти вот резиночки такие, ну, они классненькие. Все. Всего вам доброго, желаю успехов, заходите. Спасибо, что смотрели.